Так, ну все, приехал после пройденной 1030 километров на самокате ES2 Ninebot. Приехал за аккумулятором, чтобы сделать из него ES4. В основном для того, чтобы можно было большее расстояние проезжать, естественно. Скорость меня мало интересует, блин, ветрище какое-то. Сейчас будем покупать и устанавливать. Все, айфоновской прищепкой, булавкой эти скрываем. Так, ключи. Сейчас будем. Пусть пока тут полезут. Все, в коробке больше ничего нет. Какая-то бумажка и все. Ой. Надо будет начинать с нее прицеливаться. Скручиваем. Оп. Сюда вот это заглушку. Оп. Аккуратненько. Это что такое? Я не знаю, нужна эта резинка, нет, посмотрим потом. Потом мне сказали, надо вот эти выкрутить болты. Оп. Сюда вкладываем, чтобы ничего не потерять. Какие-то они уже подразболтались на самом деле. Пробег-то больше 1000 километров. О, не держит. Растряслись. Выкрутили. Так. Теперь вот эту рамку. Как ее? Лепить? С какой стороны? Наверное. Да, точно. Или нет? Вот вопрос теперь. Где тут вверх, где низ? Эту резиночку сюда сейчас будем прикручивать. Оживимся. Планку вот эту сейчас мы зафиксируем все. Оп. Туго идут, потому что противоскользящий герметик там есть.
конечно. Качество, конечно, этих болтов полное дерьмо. Надеяться, что не разболтаются. Потому что если разболтаются, поговариваю, что контакт может застряло. Все вроде. Так, теперь берем другой ключ, побольше. И тут у нас есть шайбы. И такие тоже болты. Чтоб не удуло. Вот так это выглядит. Тут типа смазка противоскольжения. Посмотрим, сколько он продержится. Так. Прикручу сначала верхний. Так, вроде прихватился. Сейчас второй нижний возьмем. Так, видим. Шайбочку не забыть. Гровер. И перекручиваем второй. Так, я вообще попал, что-то он как-то легко идет. Не хочет. Мне надо сверху подотпустить. Отпустим сверху. Снизу спустим. Что ж такое-то? Ну, пробуем приложение зайти. Так, найдем новую прошивку. Выйти обновление к ней прошивки обновить. Обновляем прошивку. Видим, у нас основная батарея 99%, вторая на 46%. Оставшийся пробег якобы теперь 32. Странная история. Вот уже видим, 1042 пробег общий. Так. Настройки. Идем в аккумулятор. Идем в аккумулятор 1. 5,149, 99%, 5,141, а здесь 2,398, 46%, всего 5,200.
Сейчас будем ходовые испытания проводить. Но прежде чуть не забыли воткнуть заглушку. На место. Фиксация аккумулятора. Тут ничего не попало. Так, оп. Села. Две показывает, тут еще есть индикация, с четырех вот показ, 2, 46% примерно половина есть.